Мур, привет, друзья! С вами Зверько и рубрика ML Факты. Не так давно изменили кирасу грубой силы, и этот артефакт достоин обзора. Сегодня в обзоре мне помогает Санечек, постоянный зритель, поддерживающий канал. Итак, возьмем за основу английский вариант. За 2120 золота получим 770 здоровья и 45 защиты. Что по сути немного, но посмотрим на пассивку. Применяя навыки или базовую атаку, увеличивается скорость бега на 3%, физическая и магическая защита на 4%. Баф действует в течение 4 секунд и стакается до 5 раз. А значит, если вы нанесете урон 5 раз, то скорость увеличится на 15%, а универсальная защита на 20%. Возьмем Ли Сун Сина. Броня 79, скорость бега 259, выстрел, и теперь броня 83 и бег 266. Совершаем несколько выстрелов, смотрим. Броня 95 и скорость бега 295. Казалось бы, немного, но давайте соберем еще защиты. 350 брони и скорость движения 302. Начинаем перестрелку. Броня повышается до 450 и скорость движения 344. Что приятно, эта броня прибавляет обе защиты и позволяет догонять противника. Теперь еще добавили активацию от навыков, что расширяет область ее применения. Поскольку сама броня добавляет немного, я вижу ее в сете в конце сборки, чтобы она дала максимальный буст по защите и увеличила скорость перемещения. На этом все. Пишите в комментариях, кому бы вы собрали эту броню. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новости. Делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!